живем мы в доме каждый день, то есть на ПМЖ 2 года, 2 месяца и, по-моему, 3 дня. В прошлом январе, когда 2 недели были морозы под 30, я потратил 6500 рублей на электричество, ну то есть на все. Это и бойлер большой, и готовка, и постоянно работающая вентиляция, постоянно работающий септик, освещение, ворота. В гостевом доме иногда кто-то живет. То есть, собственно, для площади 186 квадратов позволит, да, иметь такие же низкие затраты на отопление. То есть каркас и СИП, вот, собственно, наше все, я бы так сказал. Дом получился действительно теплым. Технология не подвела. Отапливаюсь я электричеством. Конвектора на первом этаже и 2 теплых пола, там по 300 ватт в тамбуре и в санузле. По эксплуатации, да, все хорошо, мне все нравится. Если говорить о недостатках конкретно самой технологии, да, один недостаток есть, он проистекает, собственно, из ее достоинства. Пенопласт обладает низкой теплопроводностью, но и маленькой массой. Соответственно, панели легкие, физику не обманешь, и низкие частоты они пропускают. То есть в любом случае думать о шумоизоляции надо. Поскольку отопление дома осуществляется электрическими нагревательными приборами, конвекторами, электричество имеет свойство выключаться в самый неподходящий момент. Нужна была резервная полноценная система отопления, дублирующая, реализована она вот таким образом. Каминная топка известной австрийской компании, одна из немногих моделей, которая может работать непрерывно, например, месяц. То есть ее можно топить месяц непрерывно, с ней ничего не будет. Отличительная особенность топки, там керамот какой-то суперсовременный, который сам очищается благодаря аэродинамике конструкции топки, то есть стекло не становится закопченным. Сверху на топку одет так называемый USM-бокс, для того, чтобы, во-первых, воспринимать, накапливать тепло, во-вторых, для того, чтобы снижать температуру выходящих газов из топки. Почему? Потому что дымоход керамический, и он не любит высокую температуру выходящих газов. Соответственно, как раз вот это USM-бокс, он решает 2 этих вопроса. Теплоемкая облицовка, то есть это некий компактный аналог русской печки. Ну, действительно, с утра приходишь, она еще теплая. Топка герметичная, подача воздуха идет снизу через воздуховод специальный, из-под нулевого перекрытия. 2 датчика, и в воздуховоде установлена заслоночка с сервоприводом. Управляет всем этим вот этот блок, маленький компьютер, который на основании показаний датчиков все время регулирует положение заслонки, добиваясь оптимального КПД. То есть он заточен на оптимальный КПД, он сам регулирует температуру. Если вы накидали много дров, температура пошла вверх, он уменьшает степень открытия заслонки, то есть температура падает, он все время под оптимальным КПД, то есть дожигает дрова просто до золы. Ну, например, дрова кончаются, он пищит, вам напоминает, что надо подкинуть. Если вы не подкидываете, он понимает, что вы легли спать, он это все помаленечку плавно завершает процесс протопки. Очень хорошая штука, относительно недорогая, всем рекомендую. В конструктиве топки предусмотрены вот такие вот вентиляционные специальные решеточки. В начале протопки они закрыты для того, чтобы быстрее нагревалась теплоемкая облицовка. Потом мы их открываем, и отсюда идет горячий воздух. То есть нагрев идет и конвекцией, и излучением, и, собственно, отсюда прям поток горячего воздуха. Много топим, честно говоря, редко, потому что в доме и так тепло. Почему выбран такой конструктив камина? Была идея с воздуховодами, то есть тоже топка, короб из огнестойкого гипсокартона и воздуховоды по дому. От этой идеи отказался, потому что для ПМЖ воздуховоды это не самое лучшее решение. Почему? Первый момент – это шумоизоляция, точнее отсутствие ее. То есть вы слышите все, что происходит. Второй момент – воздуховоды эти, они гофрированные, в них со временем набирается пыль, грязь, ну что угодно. В этой пыли грязи начинают жить клещики, там всяческие разные микроорганизмы и так далее. С ними бороться нереально, потому что воздуховоды идут вот так вот по всему дому. Это разумное вложение средств. Камин обошелся до кризиса со всеми делами, вот все вместе 400 тысяч. Камин еще не отделан в планах, ну, либо какая-то плиточка, либо тоже красивая какая-то фактурная штукатурка, тоже теплостойкая. Я нахожусь рядом с водным щитком и рядом с генератором аварийного электропитания. Собственно, вот этот домик, я его называю домик для Гена. Открывается крышка, удобно заправлять генератор. Собственно, эта крышка закрывается от осадков. Монтаж электрических сетей произведен немножко колхозно.
Дело в том, что несколько раз переделывалось, используется автомат ввода резерва. При отключении основного электропитания, то есть если какая-то авария, генератор – вещь незаменимая, у вас работает туалет, у вас течет вода из крана, все работает, то есть вы можете спокойно жить обычной жизнью. Мы с вами в техпомещении, вся инженерка, собственно, здесь. Ввод воды в дом, автоматика защиты насоса от сухого хода, реле давления, разводка воды пошла по фильтрам. Это колонна на ионообменных смолах, она умягчает воду, дело в том, что вода жесткая. И такая вода оставляет накипь, если ее не умягчить, и, соответственно, нагревательные приборы очень быстро выходили бы из строя. Вода горячая нагревается в бойлере емкостью 150 литров. Дальше идет разводка по дому. Также здесь находятся три электрощитка, электрические щиты. Здесь собраны автоматы, к которым подключены конечные потребители. Причем при монтаже я соблюдал принцип, как на подводной лодке. То есть автомат, кабель и потребитель, либо группа потребителей, например, группа розеток. Никакого шлифования. Здесь УЗО, этот УЗО и вводной щиток. Здесь управление вентиляцией, тиристерный регулятор, который можно регулировать интенсивность работы вентиляции. Блок управления автоматом ввода резерва, как видите, горит авария, что-то с ним не в порядке. По автоматике есть вопросы, хотя идея очень правильная. В современном доме обязательно должна быть вентиляция. У меня смонтирован ее самый, наверное, бюджетный из работающих, из реально работающих вариантов. Это постоянно действующая приточно-вытяжная. То есть крышный вентилятор работает постоянно, вот уже 2,5 года. Он вытягивает воздух из грязных помещений, из санузлов первого и второго этажей. Приток осуществляется микропроветриванием. Собственно, когда монтировал систему, подозревал, что может не хватить этого притока. Соответственно, в тех зонах, где могли быть застойные зоны, там обмерзание, обледенение, запотевание и так далее, планировал врезать кивы. На участке имеется скважина глубиной 23 метра, насколько помню. Воду из нее мы используем и для питья, то есть она проходит через систему умягчителей. Колонна на ионообменных смолах, то есть она умягчается, потому что изначально она жесткая. Как видите, никакого кессона. На глубине 1,80 метра в стенку трубы врезан скважинный адаптер. Считаю такую схему наиболее логичной. Из интересного, вот пришлось в этом году сделать утепление вот такого вот вида. Как видите, импровизировано утепление скважинного головкой. Пришлось принимать меры от замерзания для того, чтобы не разорвало стенки трубы. В моем доме смонтирована водосточная система. Собственно, вот один из ее элементов – это труба водосточной системы. С ее помощью осадки попадают в дождеприемный куб. То есть, действительно, да, хорошая рабочая система. И самое интересное, что совершенно недорого стоящая. Между крыльцом и забором находится локальная очистная станция, и рядом с ней дополнительный приемный колодец для сточных вод. Собственно, вот он. Почему он понадобился? Потому что слив сточных вод раньше осуществлялся вот в эту канаву, и он был выше по уровню, нежели труба под заездом металлическая. Теперь отдельный колодец, выведена в другую канаву на другом конце участка труба и насос. По достижению определенного уровня залпом эти 500 литров прогоняет в другую канаву. То есть сейчас накопилось 500 литров и залпом выбросилось в другую канаву. Атмосфера в доме хорошая, дышится легко. Ну, хотел бы добавить, что, собственно, неважно, по какой технологии строить дом, если его построить, сообразуясь со здравым смыслом и набрав необходимый минимум информации, или не минимум информации, чем больше, тем лучше, думаю, что в любом таком доме, сделанном с душой, будет житься хорошо. Призываю, не стесняясь, если только позволяют финансы, многим они не позволяют, и тем не менее, все равно люди строят дома. Стройте дома, живите в частных домах. Это совсем другая жизнь, нежели в квартире.